Есть. Анюта! На! Вот я понял. На. Сейчас еще самое, Лёва. Его извините, папа. Неподъемный чугунный казан. Приготовление плова. Да я привык уже к этому бёрнеру. На хапку дров и плов готов. Банькой запахло. И никаких слез без монтажа. Кусочек сунуть. Думаешь, уже пора? Конечно. Давай, сейчас будет стрелять. Готов? Я, да.
специально попросил. Мясо кило. А. Вот он промоется, его замачиваешь, он розовенький такая, водичка розовенькая становится. Зови. Да ёлка. Не хочет вылазить вообще. Ни в какую. Попить. Жарко же. Хочешь холодильник? Ну, пока нет, не особо. А я, наверное, стаканчик выпил. Ну, чуть-чуть тоже, давай вот сюда. Мозг состоит из воды, поэтому ему нужна вода. Я разбавляю, тебе прям ледяной. Да, разбавляю, ну, тоже. Ой. Готов? Угу. Сразу мясо закидывать сейчас будешь? Лук. А, лук. Можно ножичком пообрезать там еще. Ничего. Погнали лук закидывать.
Очень косточка. Сразу казан. Надо ставить. А теперь покажи, что это. Приправа для плова. Код 305. Не особо она, кстати, на запах чувствуется. Она потом раскрывается. Да, потом раскрывается, да, я знаю. Сюда кажется, как пересохшая фигня. И немножечко пока не... Зира есть у тебя? Да, да, вот я за ней полез. И черная зира есть. Ее надо было к мясу же. Там в Ташкенте была. А? Ох, пошел, не пошел. Он растворился, да? Еще как за. Судочек. Конечно. О, садочек, да? Судок. Вот второй раз слышу, ну-ка скажи. Судочек. А перец садочек называют. Я говорю, что за садочек всегда? Котомочка он, ну да. Пока к нам зашел в гости. Как ты его называешь? Ликвидатор. Не знаю, что стоит. А я не знаю, вот голова. А. Такой шедевр, кого, сварщика, механика, кто это сделал? Это Денис сделал, мой друг. Ну он кто по профессии? Он сварщик. Вот я говорю, сварщика, видишь, тот же угадал. И он очень классный сварщик, у него много вот таких работ железных.
и больших, и маленьких. Вот недавно он просто мне там миньона сделал. Госпожа, удача, для кого ты добрая, кому иначе, девять граммов сердце постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви, девять граммов сердце постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте чевки, да клясться на крови. Не везет мне в смерть, повезет в любви. А? Перестаньте чевки, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти. Вот эту песню мой папа очень любил. Ну давай. Не, 9 граммов сердца. Это я не помню. Почему? А это знает мама. Клетчатые брюки. Это трубы с парохода, да? Модные в любое время года. Клетки, клетки, клетки. Постоянно не делать, чтобы промыть. Будешь очень долго с него вымывать. Ну да, там же шлифованное кожа. А вот так вот оставляешь? Почему он всегда там лист, да, в реках промывали? Как он в реку ставили его, и он протоком промывался. Он так будет шлифоваться, шелушиться, шелушиться, пока вот такой маленький не останется. Запашок идет. Да? Что, можно чесночок положить уже, наверное. Попробуем, по крайней мере. Может, газ поменьше сделать? Кипит уже. Да. Оп, все, хорош. Не закипел. Крепкий. У меня крепкий. Ну, да. Делаю
Да, они у тебя неровно получаются, потому что ты когда сделаешь, еще не дождешься, пока клей присохнет, начинаешь уже ими махать. Получи, конечно, они кривые становятся. Дай, ну, покажи прыщ. Сюда. Прыщ, посмотри. Покажи ноготь. Чего прячешься? Тут буду сидеть. Так, вот снимаем. Просочились. Заяц попрыгает. Да, у меня стоит подсоленная. И вот эта вся вода. На ее хватит. Ну. Даже дофига будет. Он же сейчас осядет. Не-не, ну просто. Как ты меряешь вообще, чем? Могла? Я не меряю. А как ты режешь с него? Ну, вот просто режешь. Надо для рецепта. Какого? Да, салат, кло. Ну, нужно сколько нарезала. Это еще мало. Там у меня мама больше картошки. Тарелочку тебе поставила, Нюта. Да мне все. Не тарелочку, а эти. Мисочку. Мисочку, да. Ты в него помидорчики складываешь. Получилось! Нужно было лук по-дунгански нарезать. Тебе нравится по-дунгански? Не знаю, расскажи, как это. Ну, в длину. Так же вот полукольцем, только в длину. Это плазма какая-нибудь? Да, не знаю. Ничего такого не слышно. Здесь вроде зарубежная какая музыка. Разные. Дискотека 90-х. Руки вверх вообще. Не, турбомода какая-нибудь, да? Нет, это. Руки вверх. Нет? Да. Ну, да, вроде, похож. Ну, что скажешь? Вкусненько. Кушай, наконец-то.
Кого? Три? Все, пока. И садочок. Садочек. Судочек. Судочек. Всем пока. 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 Пока-пока. Союзный проспект. Thank you.